Зима не отступает. Сегодня ночью в регионе снова шел снег, а значит, проверка качества зимней уборки дворов в приоритете. Административная комиссия с сотрудниками Госавтотехнадзора провели очередной рейд. Проверяли придомовые территории на улицах Советской, Космонавтов, Звездной, Осенней. Нарекания все те же. Лужи, наледь на тротуарах, колейность на проезжей части. Присутствуют те же самые нарушения, особенно сейчас актуально, что складируется загрязненный снег, который не вывозится управляющими компаниями. Соответственно, по каждому нарушению будут ответственные лица вызваны и приняты меры административного характера. Рейды будут продолжены, а мы напоминаем, что в Серпухове действует оперативный штаб по зимнему содержанию территории. Телефон для сообщений в мессенджере WhatsApp вы сейчас видите на экране.